Сегодня 23 января 2019 года. Хотел видео все снять, не этот. Все забывал про обогреватель. Он у нас стоит на обогреве. Сегодня, блин, мороз минус 25. Вот такой у нас стоит обогреватель. 1,8 киловатта. Польский. Вот так. Видно, я надеюсь, его. Все четко понимают, про что я говорю. Получилось так, что наш российский, на другой трактор мы взяли подогрев, российский подогреватель, который с крыльчаткой мотает. И он у нас вот здесь, вот на этом стоял в кабине, вон дырки одни нехорошие люди сделали. И он там стоял, и он как бы включаешь, он начинает гонять. Но он что-то не понравился мне, и гонять он перестал, то пробки у него воздушные получаются, то гоняет, то греет, то не греет. И стал я заказывать этот, такой же польский, стал искать в блок, не могу найти. Искал, искал, в общем, вылез он в продаже, нашел я его, тот я год назад покупал за 4 чем-то, 4500. Этот у нас получился за 3000, быстро мне его прислали, вот показываю. Вот, видите? Суть видео в чем? Это украинский подогреватель в блок. Все они его слезали с польского, но качество его очень-очень плохое. Никому не советую брать такой обогреватель. Во-первых, он похабно очень сделан, вот такая вот. Во-вторых, я не пойму, почему он так под наклоном сделан, то есть какой-то ноу-хау их. И он у нас потек. Потек он у нас. Здесь я потек, то есть здесь я потек. Его, в общем сложности его снимали раза 4 или 5 и полностью перебирали. Здесь он потек. А самое интересное, что у нас потек сам тен изнутри. То есть там был похабный герметик, который мы его потом заклеивали и герметично делали, переделывали. В общем, еле-еле мы его наладили. Вот сейчас стоит, вроде работает, а вроде и не работает. Так что судите сами, не советую. Тот польский идеально, а этот, грубо говоря,